знаете, что в отдаленных районах надолгого коронавируса назначают лечение, если есть препараты, которые необходимо выдать. Помимо военнопленных, также вы знаете, что очень много и военных родственников, чтобы они хотят вот эти кости, которые оставшиеся, смогли захоронить и отдавать их. Приходили, которые заявляли о пропавших, давали фотографии, да, следующий слайд. Армяне, поэтому у нас все тут и корни общие, и мы в земле Нагорного Карабаха оставался мир, чтобы выполняем ее максимально качественно, ну и будьте уверены, что... А сегодня прошу всех подойти со всеми товарищами. Это очень директор школы имени Хачатура Абовяна города Шуши. А в данный момент наша школа находится в городе Степанакерте во второй школе имени Ашота Гуляна. В нашей школе учатся 280 учеников. Сегодня школа имени Хачатура Абовяна города Шуши посетили российские миротворцы. Они встретились с учениками 8 класса, раздали детям школьные принадлежности, а также провели урок на тему «Миротворческая миссия Российской Федерации. История и настоящее». Урок был довольно-таки интересный и насыщенный. Мы хотим поблагодарить тех миротворцев, которые находятся на территории с целью урегулирования ситуации. Офицер российского миротворческого контингента Александр Королев. Сегодня, в преддверии годовщины нахождения российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, мы проводим цикл мероприятий, на которых освещаем деятельность российского миротворческого контингента, встречаемся с учениками, учителями школ. Сейчас даже во время каникул собираемся в школах, проводим занятия. В школах со второго класса изучается русский язык, поэтому общение с детьми происходит на достаточно понятном уровне. Задаются интересующие вопросы. На эти вопросы мы отвечаем. Дети с большим желанием присутствуют на подобных мероприятиях.